Сборная Дании вчера счет открыла и, в принципе, вела ходу матча. Но вот сейчас в момент Удачан, бросок, и вот так быстро. Петра Гомесона будет точно меняться. Тукач. Тукач укапывает за ворота. Интересно, что придумает здесь Тукач на Булгакова. Булгаков, здорово, вот он момент. Бросок, и счет становится 1-1. 1-1, и забрасывает Сивко, если я не ошибаюсь. Возможно, было подставление. Понимаем. Оскар Петерсон, поэтому здесь... Не самая простая задача, а бросок Оливер Хансен тащит, хотела сказать, но нет. Юниорская сборная Беларуси выходит вперед. Включает сборную Дании. Еще один эпизод был, передача и выход 1-0. Есть шанс у датчан, и нет. Майсевича не удается переиграть, ну и конечно... Но опять же, повторюсь, смотрите, дневник юниорской сборной Беларуси, там действительно интересно. Тем более, что для вас старается Алексей Рогалевич. Он сейчас со Словакии, со сборной Беларуси, поэтому выпуски интересные. 1-3. 1-3. Карпович отличается и, соответственно, прошивает Оливера Хансена в третий раз сегодняшнем. Но Тукач здесь передачу не сумел вырезать в конечном итоге, поэтому как-то так, наверное, получилось. 12 минут ровно, а передача вот в момент Тукача. 1-4. 1-4. Тукач классно разобрался на коротке с Оливером Хансеном. И счет становится 1-4. Заключительная 10-минутка сейчас начнется. Вот момент, еще один Амелюсик. Пятая шайба в воротах сборной Дании. Я так понимаю, что транзитом через защитника. Да, так сказать, видим, что Шатило Сивко. Плюс Хтонс еще на льду. Есть бросок. Не доходит до Моисеевича. Шатило принимает его на себя. Еще один бросок. И штанга. Да, это штанга выручает. Но все-таки датчане реализуют большинство. Очень мало времени понадобилось.